Новогодние приключения козы и ее козлят. Такое название сказки выбрали не случайно. Ведь 2015 год по китайскому календарю – год деревянной козы. Спектакль Краснодарской филармонии по мотивам русской народной сказки «Волки, семеро козлят» показали для детей и взрослых в зале Гортеатра. Ребята увидели знакомых героев и их друзей. Например, у дяди Волка появилась команда, которая придумывала хитрый план, как поймать козлят, когда мама коза пошла на ярмарку за покупками. Проказники-скоморохи, которые встретились козе по дороге, играют не только друг с другом, но и с детьми. В зал летят разноцветные шарики, а красавец-попугай устраивает настоящую дискотеку. А мне понравилось, что козлиха проучила волка. На праздник дети пришли с бабушками и дедушками, родителями и опекунами. Поступил Новый год. Папа, мама, я и кот. Я пью ужасный щитокот. Взрослое шампанское. А ужасный важный год летал. После представления все маленькие гости рождественской елки получили сладкие подарки.